тоже, в принципе, все. А, нет, знаменитый гармонист. Практически все знаю. Дюс. Дюс, у тебя лицо вообще как бандирует. Такое страшное. А вот это? А вот это? Кто это такая вообще? Как она записалась? Наша компания. Значит, репортаж ведется из поезда «Арханец Адлер». Значит, окно, ничего не видно. Сообщение. Короче, вот бутылка. Тут уже едем. А, мы едем. Время, сейчас. Это время неправильно просто. Он где-то славян идет. Да, давайте возьмем у звезды интервью. Как вы здесь? Ну, в общем, наехали нормально. Только вот одна девушка с камерой всех за стол. Как ты знаешь, да? О, дай интервью. Отбегай!
Все идут, напряженно курят. Напряженно плюют. На чем поедем? Видите, время без 15:07. Мы тусуемся неизвестно где. На что, блин? На что, блин? Пятый этаж. Мы можем сказать, что семейный общак. Подгузники группные была. Мне мама посмотрит хотя бы глазом, а только щелкнет, и у меня волосы дыбом станут. Вот она нормально, в камеру попал. Только не надо помогать. Хватит. Конечно, знаю. Нравится мне. Выдохни сначала. Выдохни. Идёшь огородного, на три недели. Шелестит. Да, прикольно. Ты больше не хочу, но не хочу. Нет, почему? Я всё бы всё. Всё бы всё? Ну, тебя снимает. На плёнке все больше чай. Да, не знаю, добавлюсь. Если понравилось. Здесь мне остается, например. Большую семью, знаешь? Больше снимать. Больше снимать. Все было здорово, если бы они там еще писали. Скажем, не знаю, а потом это более-менее динамичное. Записывают диск, короче. Да? Слышите, сколько уже длится? Сколько?